Поющая губерния – это конкурс, который по нашему пониманию, по нашим задачам должен всколыхнуть поющую общественность Владимирской области. Этот проект поддержан департаментом культуры, и мы его впервые вот пытаемся реализовать. Идея его еще в том, чтобы вот выстроить некое вот такое общее певческое такое пространство, чтобы знать в некотором смысле конъюнктуру певческую, да, иметь новые талантливые лица, иметь новые талантливых исполнителей, которые бы мы могли привлекать для тех задач, которые мы перед собой ставим. Это первый проект, и мы хотим сделать первый свой, скажем так, творческий бренд областного дворца культуры.